Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижану Самаюктам Бриндаванам Манохарам Банша калпатору вашке пасинду бевачу, патитананг павоне бхавишна вебью намо намаха, мукан кароти бача лангпангун лангхетгирим, ятки пата маханг банде парма нандамадам, бринда ой тусиде бой пия ой кесвасача. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта наранчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхупадеш Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодаруна Дейям Сада Парибхабагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигабоду Свадарши, Пуранахнурагра Сасагра Сарамурти, Шарадхикама и Кадахикама Круси. Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиваддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламмита бхужау канука бодато Шанкиртанай капитару камала хитакшо Вишам бару дижавару жугадхарма пало Банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пади Панкаджам, Сура Сураир Вандито Дипа Рупам, Муктинча Муктинча Дада Синитам. Бхаван рупен сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Баранаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджусу бадане лакшми джасу чавакшаси джасьясте хидай самбид пам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Кхьянтир Абьярта Калаптам Бирактир Мана Суннатта Асабандо Саматканта Нама Ганья Садаручи Асакти Стат Гунакшане Прити Стат Башати Стали Иттадайо Иттадайо Анубхава
Sur bhavo jatem kure, jatvam kure janehi. Khyantir abhyartha kalattam, viraktir manasunnata, asabhanda samatkantha namagane sadaruchi, asaktistat gunakshane pasati, vasatistat pitistale, pitistat vasatistale, ittadaya unubhava sur yate bhavan kure jane. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, it is far and far better, far and far important to deliver a bonded soul than to make crores of hospital. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami такого Прабхупада сказал, что гораздо более важно помочь обусловленным душам освободиться, чем строить тысячи больниц и госпиталей. И вот Гаудия Гоштипати Парамхамса Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что гораздо более важно освободить обусловленную душу, чем строить множество больниц, школ, университетов и прочего, поскольку, открывая какие-то школы, мы будем пытаться дать им какое-то материальное знание. Открывая больницы, будем лечить их материальные тела. Если их здоровье не столь хорошо, then I can try to give them treatment. But then, no. If I am giving treatment to them, если я, мы лечим их, become okay, они могут выздороветь, and they are going to cut their disease, и избавиться от своих материальных болезней, то потом there is no guarantee, никакой гарантии нет, there is no guarantee that again that man что can never be опять они никогда не заболеют. Sick. Maybe his sickness gone, может, на какое-то время не вылечится. Okay. But there is no guarantee, но гарантии никакой нет, что завтра они опять не заболеют. Cannot become sick. So this kind of и такое решение не научно. Okay. Ну, каждый может делать это. Но доктора или прочие врачи должны лечить. Но это, опять же, не вечное решение. Также материальное образование, они могут получить какое-то образование, но do something according to their fanciful attitude. I mean, by acquiring, by getting material education, they can make them as you know, as. Но материальное образование, к счастью, тоже не ведет. И вот есть такая пословица, такие слова на Бенгале, что материальное образование, оно часто образованные люди слишком гордятся своим образованием. И такое образование делает нас ослом. Что люди нагрузили себя множеством вещей. И под этим грузом материальных знаний чувствует себя хорошо, как ослы, чувствует себя хорошо, когда на них что-то нагружено. И вот, чтобы освободить обусловленных душ из тюрьмы Майи, из ловушки Майи, это очень сложная задача, что даже в последний момент вроде человек совершает баджан, практически достиг успеха, и вот в конце он может пасть, как в случае с некоторыми учениками Шрилы Прабхупады можно было видеть такое.
И нет никакой гарантии, обусловленная душа, что могут они сделать, неизвестно. Единственное, что мы можем сравнить этот случай с Кришнадаской Вираж Госвами говорит. Как один... И вот Кришнадас Кавираж Госвами приводит такой пример, что как бесноватый человек, когда какой-то пишач без входит в чье-то тело, то тогда возникают проблемы. И вот когда майя также покрывает нас своим влиянием, мы теряем свой рассудок, и такие люди делают, что попало. И вот такое состояние обусловленное душу. И та шлока, с которой я начал, она очень важна, может, займет какое-то время. Это шлока из Арасамрита Синду, очень важная шлока. И вот вы можете понять, если вы поймете эту шлоку, тогда вы поймете статус подлинного преданного. И каждый может заявлять, что он преданный, но есть симптом, признак. Опытные доктора по пульсу могут определить, чем человек болен. Махараш с такими встречался, он мог пощупать пульс и поставить диагноз. Сейчас больше зарабатывают на всяких анализах, чем на лечении. Сейчас таких докторов мало осталось. То есть хороший доктор может по внешнему виду поставить диагноз. Хорошим докторам не обязательно, не нужно отправлять людей на многочисленные анализы, обследования и прочее. Вот был вот этот наш, он проезжал где-то, увидел в магазине какой-то человек, позвал этого мальчика с магазина, спросил, кто там, что за человек сидит, тот сказал, его отец, и тот сказал, что он сегодня умрет, и действительно, тот умер. И вот если таких материальных докторов мало, то духовных целителей тем более еще меньше. Доктора, учителя. Саду. Даже если вы им даете какие-то деньги, вы не должны ожидать, что будут говорить то, что вы хотите услышать. Подлинные доктора, гуру, учителя, они будут думать о вашем благе и скажут вам что-то нейтральное. Как вот пример такой Махарадж приводит, что один человек пошел к доктору, отцу было плохо тут ночью. Пошел искать доктора и вот нашел какого-то известного доктора, попросил его прийти, уже полночь была. И вот доктор пришел, посмотрел, что с его отцом, хотел прописать какие-то лекарства. Он спросил, чем раньше лечились.
previous, you know, prescriptions. Again, so whom you consult, who knew? Then after that, he is going to give new medicine. В общем, посмотрел, выписал какое-то exactly другое лекарство, которое, по мнению этого доктора, помогло бы. Но этот сын этого человека сказал доктору: можете не менять лекарство, пускай будет то, что было. Зачем менять что-то? Доктор обиделся, говорит: кто из нас доктор, я или ты? Ну, вы доктор. Но если я доктор, то я вот это лекарство даю. Он говорит: не давайте, я дам 500 рупий, пропишите то, что было. Доктор сказал: все равно, даже если 500 рупий мне дашь, все равно я считаю, что лечить надо вот этим лекарством, а не тем, что было. В общем, они поругались. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, она очень важна. Кьянти значит, если ситуация очень чувствительна, и если вы гневаетесь, кто-то ведет, и вот если кто-то гневается, то если посмотреть на вайшнавов, то они не подвергаются, не волнуются, если кто-то хвалит их или ругает, поскольку если они какое-то беспокойство придет к ним в ум, то они потеряют связь с высшей реальностью. Харикатхана является в их сердце и проливается через язык. У них есть трансцендентная связь с Вайкунтхой. Это называется настоящая Харикатха. This Prajalbhai was explaining so many things. Hindi katha, Bengali katha, so secret things. Even if you never heard, even in dream you cannot expect. Suppose there is one assembly of Hari katha. Oh, so many people speaking Hari katha. Что такое Прожалпа, например, может быть, какое-то собрание, какой-то харикатхи внешне, но как определить это? Подлинная харикатха или просто пустые разговоры? Харикатха тогда, когда тот, кто говорит харикатху, он полностью полон очарована, он не только говорит, еще делает то, что говорит. И тогда, когда у говорящего нет никакой корысти, никакого самолюбования, он только думает об удовлетворении Верховного Господа, это подлинная харикатха. А другие говорящие, если они говорят что-то ради своей славы, ради еще каких-то дешевых вещей, то такое нельзя назвать харикатхой. Таким образом, если посмотреть, то множество людей обманываются под видом так называемой харикатхи. Подлинный саду может посмотреть издалека и услышать одно слово и поставить точный диагноз, что это харикатха или просто пустые разговоры. И с какой чувствительностью мы должны совершать харибаджан. И вот один саду, как Шрила Прабхупад, многие оскорбляли Шрилу Прабхупаду на собраниях. Шрила Прабхупад говорил харикатха, люди просили остановиться, не хотят слушать. И вот некоторые люди, вот однажды на каком-то собрании, в общем, Шрила Прабхупад был вынужден остановиться и уйти, но все же он никогда не шел ни на какие компромиссы с сахаджиями. Те какие-то сахаджи хотели побить Шрилу Прабхупаду, убить его. Это известная история, но Шрила Прабхупад все равно никогда не шел ни на какие компромиссы. И вот as it is, I will have to serve you. No changes.
No addition, alteration, no half truth, full truth, nothing. Но мы должны говорить Харикатху так, как ее услышали от Гуру Варги, без изменений. И это моя обязанность — говорить то, что я услышал от Гуру Варги, беспристрастно. И вот кьянти значит, если есть достаточная причина, по которой мы должны разгневаться, но не гневаемся, мы, наш ум, голова холодная, мы беспристрастны относительно того, как кто-то относится к нам, это признаки саду не предназначения внешнему уважению или позору. И вот Шанкар Бхагаван, пример Махарадж приводит, Шанкар Бхагаван, лучший из Парамахамс, Дакша Праджапати, среди собрания открыто оскорбил Шанкара, поносил его, на чем свет стоит, перед всеми. Но Шанкар Бхагаван не придавал этому никакого значения, поскольку он был Парамахамсой, он не обращал внимания на это. И Дакша Праджапати в итоге это было... You know, Nandiya, the parsad of Shankar Bhagavan, Nandiya became very angry. Nandiya started speaking something. So some kind of altercation. Его бык Нади его достало, это начал материть в ответ, приводить аргументы какие-то, спорить с этим оскорбителем, и Шанкар решил уйти. И вот в случае с Нарадой, Дакша Праджапати в следующей жизни, Чакшуш Манвантара, есть 14 Манвантара, мы живем в Вайвасватва Манвантару, и вот в Чакшуш Манвантару, этот Дакша опять родился, опять оскорблял Нараду, что он плохое сделал. Это обязанность саду говорить о трансцендентном знании, о дивья-гьяне, таттва-гьяне, и вот что плохого. И это обязанность саду, и Нарада говорил таттва-гьяну, но тот раздевался, почему ты моих сыновей свел с правильного пути, это ты ответственный за все. Из-за тебя все эти дети ушли с дома, я хотел жить спокойной жизнью, хотел всех их женить, а тут пришел ты, все испортил, все они отречение приняли, где хотели искать, поэтому проклинаю тебя. И вот он проклял, что тот не смог, Нарада не смог находиться в одном месте более 3 дня. И вот кьянти, если есть достаточная причина, по которой мы должны гневаться, но не гневаемся. Это важное качество чистого саду. Как я уже сказал, про Гуру Махараджа кто-то говорил, ему сказал, что какой-то Махарадж назвал вас конечно преданным, что вы заняты только арчаной. А тот сказал, это очень хорошо, я по крайней мере признаю, что я конечно бхакта, я думал, что мне этого нету. Но тот подтвердил, что я хотя бы оконечно, поэтому не беспокойтесь. Смотрите, какое величайшее смирение. А если про какого-то обычного преданного, так сказать, тот дико разгневается. Сейчас
не такие строгие принципы. Все падают, становятся ачарьи, и вот могут стать так называемые ачарьи. И вот это очень важно. Кьянти, шанти. То, что... Все, что случается, мы должны принимать это как милость Бхагавана. Может, это случилось из-за нашей кармы, кого же обвинять? И таким образом, кьянти, после этого, даже одна часть секунды не может быть потеряна. В жизни чистого преданного, как Шрила Прабхупада или Бхактина Такур, или как Шрила Кешава Госвами Махарадж, ему даже некогда было принимать омовение в месяц, он может. Мылся один раз, но от его тела никогда не было никакого плохого запаха. Он был всегда чист. Даже часть секунды чистый преданный он не готов потерять, поскольку кто может сказать, за это течение этой секунды можно умереть. Поскольку момент нашей смерти, то о чем мы думаем, мы этого и достигнем в следующей жизни. Есть такая шлока в Бхагавад-гите. Если мы будем думать о жене в момент смерти, то в следующей жизни родимся женщиной. Во время смерти, если мы думаем о собаках, то и родимся собакой. Это научно. И вот даже часть секунды мы не должны терять. И это последнее наставление Рупы Госвами Пада в этой Упанишадамрите. И весь успех нашего бхаджана зависит от единственного, о том, как лучшим образом мы можем использовать наше время для достижения высшей цели. Рупа Госвами Пад говорит, это под другими словами, но суть одна. То есть мы должны всегда помнить о Кришне, вот эта штука. И вот Рупа Госвами Пад говорит, это очень важное наставление, то, что мы должны использовать все наше время лучшим образом, чтобы памятовать о Кришне, памятовать о Враджадаме, о Кришне, его имени, его даме и всем и обо всем остальном, что связано с Кришной. Если мы забудем, то в этот момент мы можем умереть. И чего же мы достигнем? Нет никакой гарантии, поэтому мы должны быть всегда бдительны. Те, кто совершает бхаджан, они очень бдительны, они видят прошлое, настоящее, будущее. И вот смотрите,
Бхагаван он все делает наилучшим образом. И вот Гурупад Падма говорил, что мы видели олицетворение этой шлоки в жизни Шилы Прабхупады, в жизни Рагхунатха Дас Госвами, в жизни Рупы и Санатана Госвами. Они не теряли ни секунды времени. И вот не хочу говорить, но вынужден сказать, и вот один из знаменитых ачарий, он спросил нашего Гуру Махараджа, что эту мантру сколько раз нужно повторять. То есть еще вроде занимает пост ачарьи, а даже у него тысяча учеников, а такие глупые вопросы задают. Сколько раз мантру повторять? И что за мантра? И вот, к сожалению, это ачарья пост, звание, положение ачарьи очень обесценилось из-за того, что всякие бестолковые люди его занимают. И вот Гурупад Падма и наши Гурвага, они говорили, что мы видели вот эту шлоку в практической форме в жизни Шилы Прабхупады. И мы тоже видели в жизни Шилы Бхакти Прамода Пурита Госвами Махараджа или Шилы Сиддхартха Госвами Махараджа, Шилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, его времени не было. Не то, что мобильных, даже телефонов. Телефоны редкости были, это давно было. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он к нему приходил множество писем, он отвечал на них часто ночью. Вот даже после большого праздника Мадхава Госвами Махарадж не спала, писал ответы на эти вопросы. Ну, в то время такая была система переписки. И вот мы, к сожалению, сейчас с помощью каких-то новых систем информационных технологий мы как бы экономим время, но какова суть этого экономии времени? Используем ли мы это время ради баджана или нет? Idle brain is a workshop of devil.
И вот есть английская пословица, что Но смысл в том, что нужно, если человек ничего не делает, то у него плохие мысли и желания возникают. А если мы заняты каким-то полезным делом, то это очень хорошо. И вот мы должны занять наш ум. Если ум наш не занят, то наше слушание харикатхи или джапа или еще чего-то, оно бесполезно, поскольку наш ум не кооперируется с нами. Если наш ум не кооперируется с нами, то все такие действия будут пустыми, без всякого результата. И вот какие-то сахаджи, они цитировали из шлуку. И вот какие-то люди объясняют эту штуку неправильным образом. Наша гуруварга, она опровергает их объяснение. Khyantir Abhyartakala. These two things we have discussed today. So you think whole night and try to understand that what is the sensibility of Abhyartakala. All our Guru Varga used to utilize all their time. И вот наши Гурвага, они использовали все свое время совершенным образом. That's why. И поэтому мы не всегда так можем делать. И вот даже вот наше зарабатывание денег мы тоже должны связать с этим. То есть то, все, что мы делаем, мы должны все связать с Кришна Бхаджана. Все, что мы делаем, должно быть связано с Кришна Бхаджаном. Если мы это делаем, то это будет как раз соблюдение вот этого объекта Калатрам, что даже секунда не уйдет зря. И вот я совершал парикраму вчера. Махараджа рассказал о парикраме, точнее, вот после Кусум Саровара. И вот Манаси Ганга, она создана Кришной, и вот все различные лилы, которые происходят там, как, до тех пор, пока у обусловленной души есть какое-то материальное вожделение,
они не должны обсуждать ничего этого. Это запрещено. Поскольку они могут подумать на лилу Кришны, что это обычные отношения между мужчиной и женщиной, но это запрещено. Это, то есть люди могут с материальной стороны подумать об этом. Это нехорошо. Сначала мы должны достичь должного уровня, совершать киртан и развиться до какого-то уровня. Если у нас нет вкуса киртана, то значит наше состояние плохо. И вот Манасиганга, это очень важное место. И вот на берегу Манасиганги есть Чакреша Махадев. Он хотел защитить, Индра хотел напасть, и Чакреша Махадев преданный хотел защитить. И вот поэтому место Чакреша Махадев очень важно, он совершает там свое служение, там Боджан Кудира с Санатана Госвами. Его достали эти москиты, комары. Но Чакреша пообещал, что с завтрашнего дня ни одного комара не останется. Я хочу, чтобы тут жил, это очень благоприятно для меня, поэтому о комарах я позабочусь. И вот там Манаси Деви. И там Гирирадж Даран. Это главное место, где тысячи людей приходят, чтобы омыть, это предложить этому Гирираджу множество литров молока. Это очень Дангати место называется. Ну, это очень важное место. Дангати уже говорил. И вот те гопи, они несли ги для яги, и вот они думали, что мы принесем ги туда, но Кришна не пустил, сказал, не пущу, как почему платите налоги, какие налоги. Мы таких слов даже не слышали, нет, давайте налоги платить, иначе не пущу. И вот это место Дангати называется, те, кто Расик Бхакты, они за пределами материальных ограничений. А материалисты могут подумать, что какие-то шутки. Но это такое умонастроение, оно должно быть прогнано из нашего сердца. И вот Радхарани, Лалита Вишака и Бхагаван Шри Кришна, они проверяют. Ну вот это Кришна явил такой, явил сбор налогов. И вот таким образом. И была борьба между Кришной и Гопи. И, но когда они пересекли Манасигангу, и вот когда они пересекли, они встретились с Харидевом, с храмом Харидева, это половина разбитая часть осталась, и вот там Харидевджи. И вот Харидев был установлен. Вот Харидев, Говинда Дева, Баладев, все эти девы. Были установлены правнуком Кришны. Вот это очень важное место. И вот после Манасиганга там можно найти большой храм. Основанный Ваджанабхой.
И вот после оттуда мы должны пойти в Дангате. Дангати — это Гирирадж Махарадж. Ну, там местное правительство сделало дорогу, которая пересекает Гирираджа. Вот оно. Она по Гирираджу проходит. Гирирадж большой достаточно. Линия была вокруг дорогу делать, поэтому сделали напрямую через Гаватхан. В общем, сломали там часть Гаватхана и по нему дорогу сделали, это оскорбительно, но что делать, правительство такое? Иначе, если бы не сделали, надо было в объезд километров 15 ехать. И вот потом Джатипур. Говиндакунда там. Тоже очень важное место. И вот таким образом с Дангати мы должны идти дальше. There you can get one pond of milk. I mean, whatever milk, they are gallons of milk. That all milk coming and get deposited. Because where can you? Gallons of milk, no, not that this kind of milk. The all milk coming on there, throwing, pouring. Вот в том месте также поливают Гаватхан молоком. И вот потом мы должны на север идти. Там правительство с материальной точки зрения порядок навели, что-то там подстроили, отремонтировали. И вот там деревня встретится Анор. Анор значит «давай еще». Когда был праздник Анакут, организованный в Раджавасе, Гопал был очень доволен. И просил, еще что-то есть, давайте несите. Анаур, значит, на местном языке, и поэтому деревню так назвали. Очень важное место, где наш Мадхавенда Пурипад чуть дальше. В лесу у нас Синаджи был обнаружен, и его забрали и поместили на вершину Гаватхана, там маленький храм. И вот наш Синаджи был там. Сейчас Валлабх Сампрадая контролирует этот храм, я думаю. Там два храма небольших, и вот это особое место, где наш Синаджи, он был обнаружен. И Абхишек был совершен. Я буду говорить о Говиндакунде. И с помощью этого
Говиндакунда, воды из Говиндакунды, был совершен абхишек Шринатхаджи, потом его молоком полили, йогуртом, водой, медом. И у этой Говиндакунды есть своя история, можно вспомнить, я говорил, то, что Индра Махарадж, он был очень гневен, когда его ягья была прекращена. И вот когда Кришна остановил ягью, Индра был недоволен, совершил оскорбление. И после этого, когда он осознал, что это не какой-то обычный человек, он наверняка Верховный Господь, и после этого он захотел извиниться, но не мог пойти один. И вот он решил взять с собой корову, поскольку Кришна любит коров, когда он видит корову, станет счастлив автоматически. Вот он сказал корове, чтобы она шла впереди, он за ней пойдет. И вот корова подошла к Кришне, Кришна улыбнулся, и тут Индра пришел, появился, поклонился ему и хотел прощения попросить, что если он не простит, то придется помирить. И Индра хотел совершить поклонение Кришне. Он хотел совершить абхишек Кришне, Шринатхаджи. И как это все сделать? Индра пригласил Айравата, его слон был, тот принес воды с Акашганги. Акашганга — это ганга, которая падает с небес. Этот Айравата поймал эту гангу, которая еще не достигла земли, в процессе падения он ее поймал. И принес ее. И вот принес он ей вот этой водой. И вот этой водой Ганги он омыл. Потом послал его, чтобы тот собрал воду с различных тирт. И вот так совершили абхишеку с водой со всех святых мест, потом панчамритой, молоком, ее маслом, йогуртом, в смысле, с медом, йогуртом, панчамрита. Или еще есть другая система. И это было достаточно сложно, большая пьешека. В воду. Куда девать? А вот вода, там была кунда. Говиндакунда, и вся вода в эту Говиндакунду утекла, и поэтому эта Говиндакунда, она очень чиста, и если мы прикоснемся к этой воде и побрызгаем на себя, то получим результат посещения множества святых мест, святых водоемов. И вот Раджаваси использует эту воду. Другой воды нет, они там стирают, моют посуду и все остальное, и поэтому вода стала такой грязненькой. И там также баджан кути Мадхавенда Пурипада. И вот он совершал баджан там, и к нему пришел Гопал с горшком молока, это то самое место, и там его баджан кути. Валабхачарья тоже хотел открыть баджан кути, там его тоже что-то построил, тоже на берегу Говиндакунды, это очень важное место. И вот мы можем поклониться там Говиндакунде, и через несколько ярдов можно найти
место, где Радхарани и Кришна сидели вместе и украшали друг друга красками. И потом Говинда Мандир. Это достаточно старый мандир, но во время, может, ему лет 200, не больше. Во времена Гуранги Махапрабху его еще не было. И вот Махарадж, когда там бывает обычно, ночует на Говиндакунде и с Говиндакунды. Там много важных саду, они там живут. Не буду их перечислять их. И вот Гирирадж Махарадж, если мы хотим совершить парикраму Гирираджа, то очень хорошо совершить, поскольку после того, как вы обойдете Гирираджа, на следующий день вы должны идти и в Бахеджган. Вот Гирирадж с этой стороны. И вот так вот надо идти. И если вы заинтересованы в том, чтобы получить даршан различных важных мест, как Этапетра, Чанда Сарвар, Судаса, Бажанкутира, ну, мне, то есть, я обычно хожу и посещаю эти места, но не все ходят. Это достаточно далеко. Если просто будем обходить Гавардхан, то эти множество мест мы упустим, поскольку они по другой дороге, нужно будет свернуть раньше гораздо. И вот если вы хотите, можете посетить вот этот Чандра-Сарвар. Чандра-Сарвар — это очень важное место на берегу Чандра-Сарвара. Раз происходило и Чандра-Сарвара, Чандрама, и вот этот бог Луны пришел, чтобы поклониться лотосным стопам Радхарани и Кришне. И эта богиня Луны хотела подарить украшение из лунного камня Радхарани, ну, Кришне. Сначала, чтобы Кришна потом Радхарани подарил какое-то ожерелье. И вот Чандра-Сарвар — это главное место, откуда вся эта сладкая вода, если не соленая, она оттуда доставляется по всей округе. Вода сладкая, потому что обычная вода там соленая, а не соленая сладкая называется. И вот потом там есть деревня Этхапютха рядом, одна деревня. Первая деревня Этха называется, вторая Петха. И вот там было дерево Кадамбы, оно засохло уже. И вот шел проливной дождь, и Кришна сказал: буду держать Гирирадж Махараджа вот так. И пастушки сказали, как ты же маленький мальчик, как ты этот огромный холм будешь держать. Нет, поверьте мне, я буду держать его, чтобы защитить всех в Раджаваси. И вот эти пастушки сказали: глупец, как ты можешь это сделать? И бросили ему вызов.
Если это сухое дерево, если ты обнимешь его и свернешь, то мы поверим, что ты сможешь это сделать. Кришна взял это сухое дерево и повернул его. И там видно, что оно до сих пор следы Кришны, как он его повернул. И вот потом Кришна оттуда зашел под землю и поднял Гавардхан на своем пальце, на мизинце. А Петха — тут важное место, можно вспомнить, что все гопи, они плакали, поскольку Кришна был потерян. Раса Лила — это то конкретное место, где гопи искали, где же Кришна. Они пришли в это место и увидели Шанка Чакра Гада Падма, четырехрукий Нараяна сидит. Да. Гопи пришли, и Нараяна, сказали Наму Нараяна, и поскольку Нараяна, ему им Кришна нужен был, и пошли дальше искать. Но когда Радхарани пришла посмотреть на этого Нараяну, и вот Радхарани подошла ближе, и Кришна уже не смог быть в форме Нараяна. И вот когда Радхарани подошла, две руки с Кришна стал опять двуруким Кришной. Кришна, вот перед Радхарани. Радхарани настолько могущественна, что Кришна не может ничего здесь сделать. И вот не может быть Нараяной. И вот Петха, значит, что две руки вошли назад в его тело. И вот потом Махарадж что делает оттуда? Он идет к Чандра-Саровару, поскольку Гирьяч вот с той стороны парикрама не нарушается, и мы слева его обходим, и потом, когда получаем даршан этой Петхи через поле, там есть поле опасное достаточно. Ну, достаточно много, далеко там идти. И вот я через поле иду, я знаю там, как срезать дорогу, и дохожу до той куда. И эта дорога, каждый год я не делаю, но это парикрама. Когда делаю там 10 километров, надо пройти. Там место Шок называется. Но не каждый год посещаю, поскольку там 10 километров в одну сторону идти только. Потом останавливаюсь на Говиндакунде на ночь и с утра. Продолжаю. И вот это место, где хвост Гирираджа. Гирирадж, он похож на крокодила, но по форме. И вот это хвост. И потом там один друг Кришны, Лотха его зовут. Такой закадычный друг, Лотха его зовут, и вот он был там. Он беспокоился о том, чтобы получить Кришна даршан, и до того места его. Его мурти, это божество, там Лотха Джи Махарадж. Все поклоняются ему, и оттуда нужно идти еще дальше, дальше. И вот в процессе. Еще я забыл сказать на Гавардхане. Там еще есть Санкаршан Кунда. И после Санкаршан Кунды.
Говиндакунды. И Говиндакунду, когда пройдете там, дальше будет важное место. И пещера, где наш Гуру Прасад Рагав Пандит. Он совершал свой баджан. И все гаудии кланяются ему. И есть множество кунд там также. Потом можно пойти в сторону Джатипура, там, где Кришна украсил Радхарани орнаментами, краской и прочими вещами. И вот идут люди, поклоняются там, и перед Джатипурой есть Гандхарва кунда. Долгая история там, и вот оттуда с Джатипура, если идти дальше, с левой стороны Рудракунда. Рудра Бхагаван, он совершал баджан аскезы там, на этой Рудракунде. Сейчас правительство там реновацию проводило. Выглядит это красиво теперь. И вот там было 5008 кунд, осталось 8. Но большинство из кунд, они уходят. Как вот недавно я слышал, буквально вчера, что Ганга в Харидваре. Главное русло Ганги, которое уже пересыхает. И вот смотрите, какое влияние Кали. Мы не можем ожидать. Вроде столько воды было у Ганги, и тут стало гораздо меньше. И это признак опасности. Это опасный знак. И что Гирирадж становится меньше, Ганга и Муна пересыхают. Это все дает нам такие знаки, что еще хуже может случиться, если мы не будем совершать баджан и не достигнем успеха. Что делать дальше? Гирирадж идет под землю, а Ганга и Муна пересохнет. Где мы можем принимать омовение, в каких святых реках. И вот после Джатипура Рудракунда, из Рудракунды дорога вот идет вот так вот. И вот там важные храмы есть. Из Рамананди Сампрадай там построили храмы еще кто-то. Недавно построили. Гатули Грам. Еще есть там деревня. Гатулиграм называется, где наш Шинаджи был найден. А, точнее его спрятали там, когда мусульмане напали.
and taking seva there, Mahaprabhu going there, enjoying. I went there, Bhattulika, I also went there. Not every time, because it's long distance. So Bhattulika is an important place. There is so many places there, important places. So after you cross and again you can come and meet the same road. Dangati road, na? You don't understand. Giriraj Mahi Giparikram. So you can meet with the same road. Because Giriraj, they break the Giriraj Maharaj, make the road. So when you are going to do Parikram, you again are coming here. So there you will have to do the second half of Giriraj Maharaj. It's called second half. Вот это, когда мы туда дошли, это получается половина Гирираджа Парикрама и другая половина, сколько там, километров? 15, около того. Потом еще около 8, сколько там, 24 километра всего, получается еще 9 оставшихся часть. So many important places you can meet, because that age, Chandu Sarovar is long. So if I when I took darshan Chandu Sarovar this way, when I come back here, the back portion of Chandu Sarovar is there. Chandu Sarovar big, na? И вот там Чандра Сарова, он большой, когда мы получали даршан с той стороны, где Дангати, когда вернулись вот туда, там можно увидеть этот Чандра Сарова сзади. И вот там важные места также. И там мы должны пойти, можем пойти, если не можем, можно отдельно идти. И вот Сурья-кунда, она очень важна. Но в процессе Говардхан Парикрама она далеко, поэтому лучше отдельно туда сходить. Потом я хотел еще Чандрасаур обойти, это сложно. А это Сурья-кунда еще дальше, совсем в другой стороне. Хотя это все в области Радхакунды считается. Ну, как под влияние Радхакунды попадает, но далеко лучше отдельно туда ехать. И вот я так не все места упоминаю, потом Удав-кунда там. Я говорил, что Удав, он там находится в форме кустарника. И вот он. Потом, если идти дальше, там Гошалы, и в итоге мы придем к Радхакунде, Кунджа Бихари Матх, основанный Шрилой Прабхупадой Бхактисиддхантой Сарасвати. И вот если мы начинаем парикраму с Радхакунды, то вот когда обойдемся вокруг, то вернемся опять к Радхакунде, поклонимся ей, помолимся Гирираджу о милости, чтобы помог нам продвигаться по пути Бхаджаны. И если мы хотим на Радхакунде какое-то время остаться, можно остаться, отдохнуть там, и с утра можно пойти по направлению к Сурья-кунде и там получить даршан. Далеко, далековато, но это очень важное место. Вот Сурья-кунда — это очень важное место. С Радхакунды Гопи Радхарани, они всегда ходили на Радхакунду. Это Говардхан Парикрама закончилось, можно отдохнуть и с утра
отправиться на Сурья-Кунду. Махарадж там жил долгое время. И вот на сегодня конец. Today's Gopaswami.